Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такую вот шапочку для новорожденного. Вязала я ее для фотосессии. Мишка. Брала такой красивый коричневато-бежевый оттенок ниточки. Ниточка довольно-таки толстая. Я брала Гималая антипилинг Everyday Big. В ней 80 метров в 100 граммах. Крючком вязала 6,5. То есть, как вы видите, очень большие петельки такие получаются, очень большие столбики без накида. Связана она столбиками без накида как основка, так и ушки. Просто в колечко амигуруми делаем 6 столбиков, затем провязываем прибавление, такой вот, скажем, донышко, кружочек до 5 столбиков прибавка. Затем просто провязываем 10 рядочков столбиков без накида. Вот она, наша основка готова. Затем снова делаем кольцо амигуруми 6 столбиков, прибавление до столбика прибавка и 2 ряда просто столбиками без накида. То есть для того, чтобы получилось вот это небольшое закругление, отворотик ушек. Делаем 2 одинаковых ушка и просто на одинаковом от серединки расстоянии, где-то приблизительно от друг дружка, пришиваем 4-4,5 сантиметра ушки. Хотите, можете чуть-чуть ниже пришить. Просто иголочкой, то есть ничего сложного нет. Я видеоурок не стала записывать, так как в принципе здесь ничего такого, скажем, тяжелого и сверхъестественного. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки, комментируйте. Если кому-то что-то непонятно, задавайте вопросы, обязательно свяжем вместе с вами по желанию. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!